The Assembly will now hear an address by His Excellency Mr. Heydar Aliyev, President of the Azerbaijani Republic. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, завершается 20 век. Это столетие останется в памяти человечества духовно-интеллектуальным прогрессом и кровопролитием двух мировых войн, крахом империй и возникновением десятков новых суверенных государств, напряженности холодной войны и коллективными усилиями во имя мира и стабильности. Каким будет мир в грядущем столетии? Уход правостояния двух систем в историю и превалирующее распространение идей демократии и свободного рынка должны способствовать построению такого мира, где будут учитываться интересы всех государств, будет налажено истинно равноправное партнерство. Однако анализ развития международной обстановки приводит нас к горькому выводу о живучести стереотипов соперничества. Мы переживаем очень нелегкий период, когда один неверный шаг может взорвать ситуации и привести к трагическому возврату в прошлое. Предстоит пройти трудный путь к созданию справедливого и безопасного миропорядка, нам всем необходимо стремиться к этой цели. Основной тенденцией нынешнего этапа мирового развития является глобализация. Нас всех заботят перспективы этого сложного и неоднозначного явления. Глобализация должна содействовать обеспечению устойчивого развития, целостности и стабильности систем правления государств, преодоление дискриминации в экономических отношениях, повышение благосостояния народов. Верховенство принципов и норм международного права, эволюционный характер изменений, партнерство и содействие более развитых государств менее развитым, взаимное доверие и признание национальных различий при приверженности общечеловеческим ценностям должны быть определяющими векторами этого процесса. Сила демократического развития в разнообразии. Азербайджан вносит свой вклад в позитивное развитие глобализации. Используя свое географическое положение, ресурсы и потенциал, имеющие геостратегическое значение мирового масштаба, моя страна эффективно реализует берущее начало в богатом историческом прошлом и ориентированную в будущее роль моста между Востоком и Западом. Мы вкладываем огромные усилия в восстановление Великого Шелкового пути, создание транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, разработку и транспортировку на мировые рынки углеводородных ресурсов Каспийского бассейна. Эти проекты имеют решающее значение для свободного и полноценного развития государств нескольких регионов мира. Они дадут толчок транснациональному сотрудничеству и окажут определяющее влияние на развитие глобальной обстановки. Однако внешние угрозы и внутренние проблемы, давление и вовлечение в борьбу за сферы влияния не дают молодым неокрепшим демократиям возможности свободно осуществлять отвечающий интересам и чаяниям своих народов курс, укреплять и развивать свою государственность, осуществлять мирное созидание. С первого дня своего существования они были вынуждены вступить
жесткую битву за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Пострадавшие от актов агрессии, захвата территорий и этнических чисток, агрессивного сепаратизма и терроризма государства с полным на то правом ожидают от Организации Объединенных Наций максимально эффективных действий по установлению справедливого мира и безопасности и защите принципов Устава ООН. Южный Кавказ стал, к сожалению, регионом, где эти проблемы, угрозы и риски нашли свое четкое проявление. Главным дестабилизирующим фактором ситуации на Южном Кавказе стала агрессия Армении против Азербайджана, принесшая несчастливые бедствия миллионам людей. В ходе агрессии армянские вооруженные силы оккупировали 20% территории Азербайджана, осуществили этническую чистку и изгнали 1 миллион азербайджанцев из родных земель. В связи с этим Совет Безопасности принял 4 резолюции, в которых однозначно подтвердили суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границы Азербайджанской Республики и безоговорочно потребовал немедленного вывода армянских вооруженных сил из оккупированных ими территорий Азербайджана. Но с 1993 года по сей день решения Совета Безопасности так и остаются на бумаге. С 1992 года вопросом урегулирования армяно-азербайджанского конфликта занимается ОБСЕ, но ее действия безрезультатны. Продолжаются двусторонние переговоры президентов Азербайджана и Армении, но и они пока еще не принесли результатов. Мы соблюдаем перемирие вот уже в течение более 6 лет, но оно не решает проблемы. Я призываю Организацию Объединенных Наций принять все надлежащие меры для выполнения резолюции Совета Безопасности. Мира и безопасности в регионе не достичь без разрешения армяно-азербайджанского конфликта и урегулирования других конфликтов, без устранения факторов внешнего давления, включая иностранное военное присутствие. Придание региону Южного Кавказа политической целостности и нейтрального статуса позволит наладить нормальные взаимоотношения южнокавказских государств и обеспечить их гармоничную интеграцию в мировую экономическую систему. Я выражаю признательность организациям системы ООН и странам-донорам за помощь, оказываемую азербайджанским беженцам и перемещенным лицам, которые вот уже более 8 лет пребывают в бедственном положении. Мы испытываем острую нужду продолжения увлечения критически важной гуманитарной помощи вплоть до их возвращения в места своего проживания. На Организацию Объединенных Наций лежит огромная ответственность за судьбу мира, на нее мы возлагаем свои надежды. Серьезное и рациональное реформирование должно повысить эффективность организации, в частности, Совета Безопасности. В завершение хочу подчеркнуть нашу коллективную ответственность за мир и безопасность на нашей планете и выразить уверенность, что итоги саммита тысячелетия станут надежной основой нашего пути в 21 век. I thank the President of the Azerbaijani Republic for his statement.
There are